Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с песней «А в Черемхово снова весна в городе». А в Черемхово снова весна, а в Черемхово снова апрель. Уже конец, конечно, почти, а дальше май, короче, вообще. Короче, это здорово, вот. Короче, это классно, когда весна такая, оба на ее, и девки все такие лафа, с ножками такими, цок-цок-цок-цок-цок, в туфельках и в кедах, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Главное, фигурка, можно без нее, главное, габариты были, чтоб ничего. А вон какая, как на заказ, а вон другая тоже улет, а та вон стой, вообще не могу. И как специально, ух ты того, еще специально надо вот так идти красиво, чур-чур-чур-чур. Я воздержусь, попробую, вот, и отвернусь. С ножками такими, цок-цок-цок-цок-цок, в туфельках и в кедах, шлёп-шлёп-шлёп-шлёп. Главное, фигурка, можно без неё, главное, габарит были, чтоб ничего. А в Черемхово снова весна, а в Черемхово снова апрель. Уже конец, конечно, почти, а дальше май, короче, вообще. Короче, это здорово, вот. Короче, это классно, когда весна такая, оба-на, йо. И девки все такие лафа, с ножками такими, цок-цок-цок-цок-цок, в туфельках и в кедах, шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп. Главное, фигурка, можно без неё, главное, габариты были, чтоб ничего. Вот.